Приветствую всех, друзья, и сегодня я решил посвятить немного теме про выгорание и вообще вся суть того, что барабанная дробь, вы просто ебете себе мозги. И самое главное, вы ебете себе мозг, думая, что это повлияет на какой-то результат и что-то меняется, что-то происходит. И на самом деле ничего не происходит, кроме того, что вы просто продолжаете ебать себе мозг. То есть это единственное, что с вами происходит. И вы просто много думаете, да, вы начинаете рисовать и думать, бля, не получится. Или начинаете надумывать слишком много лишнего. И, блядь, уже начинаете бояться там мазок сделать. Бля, ну вот так я правильно сделал, так неправильно сделал. И просто нужно адекватно воспринять, что если у вас что-то не получается, это самая основа вашего роста. То есть, если у вас что-то не получается, значит то, что вы в этом растете. Потому что можно просто остановиться на том этапе, где у вас что-то получается, и просто это делать. И не работать над тем, то, что у вас плохо выходит, да? Потому что зачастую бывает то, что художники рисуют каких-то персонажей, и они не рисуют им руки, потому что у них руки плохо выходят. Или они не рисуют ноги, они их вообще избегают, потому что у них плохо выходит. И вопрос, как ты собираешься научиться рисовать те же самые стопы, если они у тебя очень хуёво выходят? Если ты их не пытаешься даже вырисовывать, эти руки. То есть, как ты собираешься научиться рисовать? Вопрос, никак, блядь. И нужно просто не думать и не реагировать, когда ты рисуешь, особенно ты учишься рисовать, и у тебя вообще весь процесс состоит из того, что у тебя не получается нарисовать, как ты хочешь обычно. И здесь дело просто практики, много практики, и одна из больших ошибок это брать книги, покупать, скачивать куча курсов, блядь. И просто то, что ты посмотришь, это никак даже не повлияет на твое улучшение рисунка. Как бы тебе, да, нужно немного теории, там 20% это предел. То есть и 80%-140% практики от этого всего. То есть насколько вот этот маленький процент теории должен быть, и все остальное это просто практика. И нужно понять, что усвоение информации идет именно так, что ты не поймешь эту вещь, если ты будешь ее рисовать, допустим, 10 часов подряд. Ты поймешь эту вещь, если ты будешь рисовать первый день, второй, потом пропустишь день, потом вернешься к ней, поймешь, что ага, я тут понял все, продолжишь, потом сделаешь там перерывчик. И опять вернешься и охуеешь от того, что насколько это было легко все-таки, да, там на какой-то 20-30 день ты поймешь многие другие вещи. То есть здесь идет не так, что ты рисуешь там 20 часов, блядь, и думаешь, вот, у меня нету прогресса. А потом все вот эти дни ты просто скипаешь, потому что ты не увидел прогресс. Ты ж так старался, целый день изучал, или 2 дня изучал, 3 дня. Но вся суть в том, чтобы твой мозг вот эту хуйню всю воспринял и применил, заключается в том, чтобы ты разделял это. И тебе даже достаточно 15 минут разделения, чтобы просто вот я сегодня буду изучать, вот, допустим, анатомию там или перспективу. Вот, я первый день изучал там 20 минут, все. Второй день я изучаю 20 минут, третий день я пропущу, четвертый я буду, пятый, шестой, седьмой, и так вы 2-3 недели изучаете конкретизированную, разделенную вещь. То, что я объяснил в прошлом видеоролике. В принципе, этой информации на сегодняшний день будет достаточно, что просто нужно перестать ебать мозг, не реагировать, адекватно воспринять то, что да, это не получается, и просто продолжать. Потому что результат, он неизбежен. Все, всем пока, лицо рука.